Профессию Михаил Девятайкин выбрал не случайно. Когда он учился в 11 классе, его отец сломал ногу и попал в больницу. Врачи наложили пациенту пластину на костный остеосинтез. После операции он встал на костыли через двое суток. Профессионализм докторов настолько поразил Михаила, что он решил стать травматологом и именно оперирующим в кратчайшие сроки ставить на ноги пациентов с травмами. Путь, чтобы стать травматологом, очень долгий. Это 6 лет учебы. Плюс, чтобы получить сертификат травматолога, это либо год интернатуры, либо 2 года обучения в ординатуре. Я был в ординатуре. То есть в общей сложности 8 лет учебы. Но после этого надо еще повышать квалификацию. Травматологи нашей больницы – постоянные участники врачебных конференций. Медицина не стоит на месте. Появляются новые методы лечения и более технологичное оборудование. И докторам необходимо постоянно совершенствовать мастерство. Операционная 2-го хирургического отделения тоже укомплектована современными приборами и медицинскими изделиями. У нас есть электронный преобразователь рентгеновский, который нам помогает в операционной контролировать все наши операции. Есть артроскопическая стойка, которая позволяет малоинвазивно лечить коленный сустав. Сам силовое оборудование. То есть у нас сейчас большие возможности. В среднем в день в отделении делают 2-3 плановые операции. С 2015 года здесь проводят эндопротезирование тазобедренного сустава. Эта процедура помогает поставить на ноги пожилых пациентов с переломами шейки бедра. Эндопротезирование успешно проводили и 90, и 100-летним пациентам. Михаил говорит, что каждый случай, с которым приходится иметь дело, уникальный и интересный. От знаний и умений хирурга подчас зависит не только здоровье, но и жизнь человека. Чем быстрее мы правильно сделаем, поставим на ноги, получается, я не знаю, лучшей профессии я не вижу. Игорь Львович – частый пациент 2-го хирургического отделения. Как он говорит, в эти дни отмечает 10 лет с тех пор, как впервые сюда попал. Застарелые спортивные травмы дают о себе знать. Первый раз врачи ему оперировали ахиллесово сухожилие. Мужчина практически не мог ходить, но благодаря профессионализму саровских медиков встал на ноги. Опять попал сюда и опять, в общем-то, дали мне возможность ходить. Еще несколько дней назад я еле-еле ходил с палочкой. Сейчас я вот хожу уже на своих, у меня идет улучшение. Очень приятно видеть и врачей, неизменно корректных, неизменно спокойных. Они всегда уверены в себе, вселяют уверенность уже одним своим видом. И тем же их помощникам, и медсестрам, и санитаркам. Вот. И я думаю, что вот я сейчас говорю «я», но вы пригласите любого, и любой из находящихся здесь скажет большое спасибо коллективу этого отделения. Во 2-м хирургическом отделении трудится 39 человек. Это врачи, фельдшеры, медицинские сестры и санитарки. Свой профессиональный праздник, который во всем мире отмечают 20 мая, они встречают на посту с неизменной доброжелательной улыбкой, готовые прийти на помощь и поставить своих пациентов на ноги. Екатерина Опенова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.